Сегодня на учете в городском центре занятости состоит 2800 человек. Там же насчитывается более 7000 предложений для безработных. Найти друг друга соискателю и работодателю помогает городская ярмарка вакансий. Наш корреспондент Руми Юсупова сегодня побывала на ней. Сегодня в центре занятости собрались более 40 работодателей. Прежде на ярмарках вакансий было в разы меньше. Поиск персонала ведут и заводы-гиганты, и небольшие предприятия. Предлагается более 300 вакансий. У некоторых окошек и столиков настоящий ажиотаж. Людей не отпугивают даже предложения работы в десятках километрах от города. Мясоперерабатывающее предприятие пользуется спросом нашей вакансии. Люди ходят, спрашивают. Уже половина вакансий, значит, уже резюме оставлены. То есть половину людей мы нашли. Заработные платы мы предлагаем достойные. Ярмарка вакансий в центре занятости проходит два раза в год – осенью и весной. Нынешней осенью работодателей больше всего интересуют продавцы и рабочие. А вот на инженеров спрос самый низкий. За 4 часа работы ярмарку посетили почти 1000 соискателей. Но работу нашел лишь каждый пятый. Поскольку у меня стипендия не столько высока, я себе подыскала дополнительный заработок. Нашла работу по душе. Официант. Я хотела бы особо обратить внимание, что сегодняшняя ярмарка вакансий ориентирована не только на жителей трудоспособного возраста, но она также к нам приглашены работодатели, которые готовы рассмотреть трудоспособных пенсионеров. Мы пригласили работодателей с вакансиями именно для пенсионеров и, соответственно, пригласили граждан, которые относятся к этой категории граждан. Уровень безработицы в Ярославле сейчас меньше процента. Это в 5 с лишним раз лучше общероссийского показателя. Руми Юсупова, Михаил Орлов, городской телеканал.